все придумали, кажется, мы не будем открывать вот это, вот это. Что-то у нас тут есть такое интересное. Мы сегодня вот с Алисой... понять, что это. Тут такое что-то тверденькое. Ну, мы сейчас откроем и посмотрим. Мы просто с Алисой решили сегодня выйти наконец-то во двор. У нас хорошая погода, дождика тут нету. Тут написано, что тут есть тату. Тату с клыками, смотрите. Там есть тату? Смотрите. Ну, давай, что мы будем первое открывать? Вот это? Да, это лизун. А что это такое? Помидор какой-то. Да, лизун помидор какой-то. Лизун какой-то помидор. О, вот тут штука. Вот так. Он тянущий. Тянущийся? Да, смотрите. А ну дай пощипать. Там? Там водичка, что ли? Да. Дай пощипать. Дай. Мне интересно прямо. Ой, какая прикольная жижа. Вот такой у нас лизун-помидор. А ты вот так вот потяни. Потяни. А, там водичка. Тын-тын-тын-тын. Его можно попробовать кидануть и прилепить к чему-нибудь. Угу. Давай попробуем? Да. Давай, смотри. Прямо вот так берем. Не, не прилипает? Прилипает, смотри. Прилипает? Да, тянется потом, да? Смотри-ка, как тянет. Дай-ка наконец этот. Он липкий такой, этот лизун. Так, а здесь сбоку можно вот так вот открыть. Да? Сейчас откроем. Так. Так, что там попалось? Блестящий пакетик такой. Блестящий пакетик попался? Смотри. Ух ты, он внутри красивый, да? Что это? Это монстряшка. Все? Больше ничего там не было? Есть. Давай, доставай. Вот. Это раскраски. Дракула лайкрадин. Угу. Нати. Давай. Чтобы нам ветром не унесло все это богатство. Что еще там есть? Там есть, конечно же, вот ух это. Ух ты, наклеечки, да? Да, или что? Все или еще что-то? Еще. Какой богатый пакетик. Мои конфетки. Конфетки. Они необычные, они в виде цветочков. А, нет, в виде знака Monster High. Да. Смотрите. Да, здесь эти черепушечки. Да. Монстряшные черепушечки. Большие буль. Держи конфетки, а я пока покажу все, что было в пакетике еще раз. Итак, в нашем пакетике сюрпризе были раскраски. Вот такие вот. Конфет. Складин Вульф. И Дракулаурой. Какая вы тянется. Буль. Алиса давно хотела открыть этого лизуна, потому что он ей очень понравился. Мы сейчас как придем, как папу напугаем, скажем, мы в тебя запускаем помидор, бубух, а там лизун. Еще в пакетике Monster High с сюрпризами были вот такие вот наклеечки. На ноготочки будем сейчас это клеить. Да, мы с Алисой разобрали, что это наклеечки на ноготочки. То есть у Алисы будет сейчас шикарный монстряшный маникюр. Мы его сделаем и продемонстрируем вам. И был в сюрпризе вот такой вот плакат с Франкенштейн. Вот такие красивые ноготочки получились у нас с Алисонькой. Ой, все, пока я подписываюсь на канал. Подожди, ты так быстро говоришь. Всем пока. Ставьте лайк, покупайте помидор такой и посмотрите, как он тянучий. И водичка. Пока-пока. Пока. Папа у нас тут занимается дворовыми работами. Алиса пришла ему показать свой маникюр. Да.
Вот еще какая у меня черепушка, смотри. Крутяк просто. Не в такую. Какой папа маникюр. Хочешь себе такой? Нет. Я хочу такой себе маникюр.